Если говорить о движении «Наше», ну просто движение «Наше» реализовало ту задачу, которая перед ними ставилась. То есть тот формат, в котором было движение «Наше», уже никому не нужно. И, естественно, движение так или иначе должно было закрыться. И искренне «Ваше», я думаю, что это, ну, это могут быть те же самые люди, но задача-то не сохранить какое-то движение, чтобы оно росло. Задача создания любого движения заключается в том, чтобы оно отвечало каким-то задачам. Задача любого движения для того, чтобы она реализовывала какую-то миссию, актуальную для настоящего состояния в нашей стране. И я первый раз от вас слышу о том, что появилось движение «Искренне ваше», но последний раз, когда мы с господином Якименко общались, еще год назад, до того, пока он еще был главой Росмолодежи, он уже тогда говорил, что будет менять движение «Наше» и реформировать его во что-то новое под новые условия в нашей стране. Единственное, я до сих пор не понял, что господин Якименко имел в виду под новыми задачами. И пока для меня движение «Искренне ваше» — это определенная темная лошадка.